Добрый вечер, дорогие друзья мои, Хари Ом, с вами Пьерчи. Я вот вместе с вами, надеюсь, сейчас буду выполнять упражнения, которые чуть-чуть другие, чем очищение Нади. Вот, друзья мои, я надеюсь, что вы чувствуете свою сушумну, да, что вы сделали те асаны, которые я вам показывал. Вот, я их не делал сегодня, ребят, я сделал такие короткие очень упражнения, очень интенсивные, которые... Вот позволительно делать не каждый раз, когда хочешь достигнуть сушумну, но вот можно делать для того, чтобы ее почувствовать. И вот я сейчас сижу, ребят мои, и у меня вот это ощущение есть. И я надеюсь, что те люди, которые сейчас присоединяются со мной вместе, шагнуть туда чуть-чуть глубже, в сторону вот того самого транса, о котором идет речь. Да, ребят, поэтому, пожалуйста... Что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами прогуляемся по обычной квадратной пранаямке. Сделаем самую простую квадратную пранаяму, но мы чуть-чуть сделаем ее длинной. Там 10, к примеру, 10, 10 и 10. Вот для чего это мы сделаем? Для того, чтобы вот эти вот ощущения вот этого вот нади, да, вот этого вот царапающей, вот эти ощущения в носу, вот эти прекрасные, да, они... сохранились со мной, да, и вот мы делаем очень простые вещи. Давайте вместе с вами выдохнем, и давайте вдохнем, вот, с концентрацией, конечно, где на кончике носа, молодцы, давайте вдохнем. Да. И давайте выдохнем сейчас, да, там. Активный такой. Да, молодцы, вдох. Угу, давайте выдох. Да, у меня там 12 получается. В общем, где-то вот 10 на 10. Вот, вот этот вот счет у меня сейчас лично вызывает вот это вот ощущение, приятного ощущения в носу, да. И вот к этим ощущениям, вот к моему кончику носа, вот я прям сюда глаза прямо вот так вот на, ну, гляжу на кончик носа. Я не просто, это моя точка концентрации, но еще мое место моего взгляда, я как бы скашиваю сюда нос. Да. Вы уже знаете, что на вдохе, на кумхаке, да, вдохнем. Да, там шестеро. Оп, распахнулись. Да? И вот на кумак, вот это вот, который мы сейчас сидим, точка нашего концентрации, я вам уже прожужжал просто уши, это наше солнечное сплетение, да, вот оно вот здесь вот. И я не просто там, это моя точка концентрации, это мое еще, я туда еще и смотрю, ребят мои, и мы туда глаза опускаем. Почему? Потому что мы в таком случае... Вот делаем то же самое, что делали сихасты, которых обвиняли в том, что они смотрят на свой пуп. Вот, между прочим, я хочу вам сказать, что вот разница между тапашвинами, которые мы с вами наблюдали, допустим, в Египте, да, когда они очень аккуратно поддерживали свою шею, увидели там целые прямо такие приспособления были для того, чтобы шею тапашвина удерживать, то вот у исихастов, у монахов православных, вот этих вот йогинов, у них практикуется опускание. Вот просто ты бросаешь шею вот так вот, и как она там у тебя легла, вот ты вот в этом положении вот такому-то остаешься. И в таком случае ты действительно, как бы, извините меня, там пялишься себе на пуп. И другие там проходящие там какие-то католики там и всякие вот эти вот нечисть вот из этой, в общем... Господи, прости, что я так сказал, конечно, в общем, из этой когорты, как бы, вот она вот так вот описывала, как бы, сихаста. Поэтому наше ощущение, наш прямо взгляд находится вот здесь, вот он здесь вот на... Да, но я неправильно, конечно, я очень сейчас переживаю, что произнес это слово в адрес целой церкви. Ну, и потом я думал... извиниться вот быстренько, вот, ну, ребята, то в связи вот с тем, что сейчас просто
в Америке здесь всплывают просто страшные вещи, связанные вообще с педофилией в католической церкви. Это просто ужас. Конечно, в России об этом не говорят. В Америке об этом не очень много говорят. Но то, что сейчас вот всплывает там чуть ли не с каждым месяцем о том, что тут творится, вообще заставляет задуматься о том, что это вообще за церковь. Господи, прости. Вот, ребят мои, в общем, это мое место концентрации, мое солнечное сплетение. Опустили туда, все, смотрим туда, ребят мои. И как вы поняли, и мы вот с вами, я уже говорил, когда мы делали очищение Нади, это период времени, когда мои мышцы, которые у меня вообще работают, это мои мышцы моего позвоночника и вот диафрагма, которая, я вот ощущаю все это змеей такой. Вот если я посмотреть, у меня должна работать спина, вот это вот мышцы, которые меня держат прямо, да, диафрагма, вот, и вот это вот ощущение диафрагмы поднятой и моей спины вот сейчас, вот в периоде, когда я ощущаю сушумну, дает мне конкретное реальное ощущение, что внутри меня кобра распахнула капюшон, вот, и мое внимание, мой взгляд устремлен как бы вот в место, где у нее где-то глаза. Туда, в общем, как бы я вниз, как бы пытаюсь в глаза и посмотреть. Вот. И мы вводим еще, и как вы понимаете, да, такой очень-очень глубокий период нашего расслабления. Все, это наше расслабление. Мы выдыхаем, да, и переводим внимание на наш третий глаз. Причем мы смотрим просто туда, закатываем глаз, и чем выше там, в общем, тем лучше, с предельной просто силой смотрим. Мы уставились, мы таращимся просто туда, понимаешь? Мы все свое напряжение, которое у тебя есть, просто туда, вот так вот, снизу просто, вот сюда вот такой точкой концентрации просто ты выдаешь. Переносишь взгляд и концентрацию снова на кончик носа и вдыхаешь. Переносишь внимание на солнечное сплетение, опускай туда глаза. Кончик носа. И с мулабанхачки выдыхаемся, сжимаемся, пошли, 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 спина вверх. Оп. И концентрацию сюда вот, со всей силы. Перенесли вдох, кончик носа. Внимание, солнечное сплетение. Полностью расслабьтесь, лицо, руки, да. Вы же, я думаю, научились это делать. Все вот эти вот мышцы остальные, только кобра. А все остальное просто лежит в полнейшем расслаблении. Выдох, смулабанхи. Пошли, пошли, все, на напряжение идем. Чередование напряжения, чередование сокращения. И пошли вверх, спина вверх, потянулась, мулабанха сжатая, ждем сюда, смотрим прямо. Кончик носа. Солнечное сплетение. Полное расслабление. И выдох, активный, пошли. Активный выдох, у меня мышцы все напряжены вот здесь. Все, потянули себя вверх, третий глаз. Вдох.
Полное расслабление. Полное расслабление. Кончик носа, выдох, активный, и пошли. Вверх. Спина прямая, тянем спину. Вдох. Молодцы, мы сейчас делаем звучно, а потом будем делать беззвучно. Полное расслабление. Выдох. Муладхара. Оп. Смотрим сюда со всей силы. Расслабляемся медленно. Расслабляемся. Полное расслабление. Мы как сердце из полнейшего расслабления, которое нужно тебе вообще начать получать, переходим в полнейшее сокращение. Пошли и сокращаемся. Все. Активно. Медленный вдох. Кончик носа. Солнечное сплетение. Кончик носа. Третий глаз. Кончик носа. Солнечное сплетение. Кончик носа. Третий глаз. Полное расслабление. Отсутствие вообще всего, чего вообще там было отсутствие. И полнейшая концентрация. Выдох. Со всей силы. Полностью. Со всей силы. Таращимся. Медленный вдох. Полностью расслабились. Кончик носа, выдох. Чередование полнейшего расслабления, которое сейчас вот ты должен у себя выловить и остаться. Выдох, кончик носа. Приятно. И полнейшая концентрация вот здесь, на третьем глазе. Приводит в то. Приводит к тому, что я впадаю в такое прекрасное состояние чередования моего полнейшего расслабления с очень сильным вот этим вот таращением, таким напряжением моим очень-очень-очень сильным. И через какой-то цикл ты начнешь ощущать, что ты больше достигаешь расслабления в период вот кумбхаки, когда ты сильнее-сильнее напрягся очень в шуньяке. Выдох. Yeah.
Держи. Вдох. Все, сюда солнечное сплетение. Выдох. Вот это вот ощущение и перенос ваше вот сюда, в третий глаз внимания, приводит еще к тому, что вы, когда вот здесь вот находитесь, когда вы полностью сконцентрированы сейчас вот на третьем глазе, держим. Именно в этом месте, вот в третьем глазе, и в именно период шуньяки, вы начинаете вырабатывать такое ощущение, называется витнес, свидетель. Это такое ваше состояние, когда, переведя ваше внимание на третий глаз, для тебя страдание твоего тела, тьфу, понимаешь, вот ты сюда переводишь, и в этот период времени ты как бы не тело, понимаешь, ты чуть-чуть отделен от тела. Давайте выдыхаем. Да, приготовь там, допустим, ущипнуть руку свою. Все, переведи внимание на третий глаз. Вот так, с силы прям, тараща. И ущипни себя. Вдох. Все, там на несколько сантиметров перетащи руку, пальцы, и ущипни себя сейчас. Выдох. И вот так вот, мне кажется, очень просто понять, что в период времени, когда ты вот здесь вот сконцентрирован, ты меньше чувствуешь боль. Вдох. И это правильно, потому что ты очень сконцентрирован на чем-то. И твоя вот эта вот концентрация вот здесь, потом тебе пригодится это ощущение, когда ты начнешь заниматься хатха-йогой, особенно тантра-йогой, в которой ты долго, ну, как бы высиживаешь в асанах. Все, друзья мои, я вернемся к нашей лекции. И, конечно же, повторим снова там, вот что мы сейчас сделали. Да? Ну, то есть дышим и продолжаем. Смотрите, ребят, у нас точки концентрации очень простые. Во время пураки, кончик носа, на кумбхаке у меня солнечное мое сплетение, на ричаке снова кончик носа. И на шуньяке мой вот это вот место, которое называется третий глаз. Правильно? Вот, что происходит? Это мои такие точки, мои концентрации. Во время вдоха вот этого, да, наша задача научиться и научить других получать вот это вот прекрасное ощущение вот этого вдыхаемого медленно воздуха, промыть людям нос и дать им возможность успокоить их ум и дать им возможность сконцентрироваться на своем медленном дыхании. И вот оказывается, мы так часто дышим, мы так быстро дышим, что наша задача дать возможность человеку сесть и сконцентрироваться на медленном вдохе и выдохе. Понимаете, у меня засвистели нью-йоркские батареи. Вот. И вот это вот ощущение прекрасного вот этого вдыхаемого воздуха, вот это, конечно, очень-очень важно. И это конкретно такой призыв твоим мышцам. Как только ты начинаешь ощущать вот это ощущение, хей-хей-хей, расслабься, это сейчас начнется расслабление. И во время кумбхаки, когда ты держишь кумбху, когда ты вот ощущаешь внутри себя вот эту вот кобру, а все остальное ты расслабляешь, это
прекрасное ощущение полного расслабления. Понимаете, это тяжело объяснить, наверное, даже словами, потому что все, кто вот это вот ощущение получается опущенными глазами, когда у тебя просто вот здесь вот мурашки бегают по голове из-за того, что у тебя как бы кровь отливает от головы, наверное, видимо, вот, и у тебя тут такие ощущения, вот как, не знаю, как... Исихасты описывают его как терновый венец, вот это ощущение покалывания вот здесь вот во лбу, вот на кончике, тип головы, вот, и это период твоего расслабления, который, к сожалению твоему, пока ты здесь живешь, не может тянуться вечно, ты не можешь все время сидеть и быть соплей, понимаешь или нет? Задача твоя из глубочайшего расслабления понять, что все равно тебе придется напрягаться и начать напрягаться вот с мулай банхи, и начать выдыхать воздух и сконцентрировать свой выдох на вот кончике носа и научиться самому и научить других ощущать, что не прерывистое, а именно вот такое постоянное. Понимаешь? Не выдох, а на постоянный вот такой долгий выдох ты начинаешь ощущать приятное ощущение снова вот в этом месте, где у нас нади. Может быть, это вторая нади, может быть, это первая нади, мы обязательно об этом поговорим. Конечно же, ребята, это сигнал для моих мышц всех, да, о том, что, эй, ребята, сейчас нам нужно концентрироваться, сейчас мы должны дать все вообще возможное, что у меня есть. И если я занимаюсь просто пранаямой, просто дыханием, то у меня, конечно же, со всей силы сжат тазовое дно, понимаешь, у меня сжаты мышцы живота все, я тяну вверх свою спину, потому что понимаю, что у меня настолько сейчас сильно мышцы сжимаются, что у меня там мои титановые пластинки, если не погнутся, то я там точно сейчас заработаю себе еще одну грыжу, потому что мои мышцы тянут меня вниз, мое тело, а я тяну себя вверх вот так вот. На выдохе вот этом прекрасном. И у меня следующий этап моей жизни, моего периода, это перенесение моей концентрации со всей силища вот сюда вот на третий глаз. И в этот период времени я становлюсь свидетелем своего тела. Я просто, мое тело перестает быть по-настоящему моим. Понимаешь, я настолько отвлекаю свое внимание от моего тела, что в этот период времени с ним можно там проткнуть его спицей маленькой, там кожу какую-то, булавку нацепить, или ударить меня чем-то, или высидеть долго в какой-нибудь асане длительной, когда твое тело уже там кричит, эй, хватит, хватит, я устала, а ты раз в этот период времени перевел внимание в район третьего глаза и получил вот это вот ощущение свидетельства, witness, понимаешь? И потом оно обязательно пригодится, это ощущение, когда мы начнем вот заниматься, ну, тантрическими практиками, когда мы уже будем говорить о тантре, вот, и вот это простое чередование концентрации всего лишь на трех точках, но на четырех ощущениях, понимаешь, приводит именно к тому, что человек вот впадает в вот этот абсолютно безмысленный, абсолютно успокоительный такие качели, когда он то расслабляется просто вообще, как медуза лежит там, понимаешь, то вдруг превращается просто в такой камень огромный какой-то внутри себя, в линга, понимаешь, снова расслабляется в виде как кобра, только вот это ощущение, до снова лингама, и вот это вот движение вот, и приводит к тому, что люди являются, как бы, ну, впадают в вот это ощущение, и причем очень быстро все понимают, что чем длиннее шуньяка вот моя, чем дольше и сильнее я сижу в период шуньяки с напряжением, тем у меня более приятное ощущение, когда я вдыхаю вот эти вот то самое, вот это вот ощущение шакти,
которая еще глубже делает ощущение твоего транса. Вот, в общем, друзья мои, вот так вот я попытался, наверное, таким корявым языком плаката рассказать, как все это как бы работает и как все это достигается. Понимаете, да? То есть нет здесь никакого волшебства, а есть просто чередование концентрации и расконцентрации, которые вот как раз приводят вот в это состояние, которое очень многим, ну, конечно, оно поможет всем, я имею в виду, что оно является для некоторых очень-очень приятными, и вот, дай бог, люди пусть этим занимаются. Все, ребятки мои, давайте, мне завтра вставать, мне через, сколько это получается, 5 часов вставать и ехать на работу, 13 часов, завтра у меня смена. Все, всем пока, с вами Перч, Хари Ом.